СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления. Об этом сообщает сайт kp.ru. Как отмечается, чаще всего таких артистов приглашают в качестве ведущих, но они также могут дать небольшое сольное выступление на 30-40 минут. При этом Максим Галкин получает 50 тысяч евро, 3 миллиона 581 тысячи рублей, Александр Ревва – от 2 миллионов рублей, Юлия Михалкова – 12 тысяч евро, 858 тысяч рублей, Евгений Петросян – от 700 тысяч рублей. Уточняется, что артисты «Кривого зеркала» получают от 150 до 300 тысяч рублей, а артисты «Аншлага» – от 200 до 400 тысяч рублей. Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о том, что получает зарплату в 67 миллионах за свою работу.